Латвийский клуб генералов – это сообщество действующих, а также находящихся в резерве и в отставке латвийских военных чинов высокого ранга. Главная его цель – оказывать консультативную помощь своим коллегам, но кроме этого генералы активно сотрудничают и с молодежными организациями, реализуя с ними совместные проекты, направленные на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения к своей стране, краю, городу, семье. Именно поэтому в 2011 году появилась идея проведения такого цикла мероприятий под общим названием «Латвишу каравирс лайкмету грежес». В этом году было принято решение провести его в Даугавпилсе. На протяжении двух дней, 5 и 6 ноября, девушки и юноши, представители молодежных латвийских организаций, знакомились с историей нашего города, принимали участие в дискуссионных клубах, а также в спортивных состязаниях. Мне очень радостно, что благодаря организации и проведению таких мероприятий мы смогли донести до молодежи и представителей моего поколения ощущение необходимости нам всем быть вместе, а не по раздельности. Я думаю, что зачастую наш минус в том, что мы в Латвии не стремимся работать сообща, все больше по отдельности, и в результате получается не так, как этого хотелось бы нам всем. И тем не менее, по мнению вице-адмирала, несмотря на сложности, жители Латвии двигаются в правильном направлении и работают на благо и процветание своей родины. Одним из значимых событий этих двух дней стала торжественная церемония посадки дерева памяти в сквере Европы, которая станет символом единства, дружбы и сплоченности латвийцев. В Даугавпилсе очень много молодых людей, которые являются истинными патриотами своего города, своей страны. И я благодарна Латвийскому клубу генералов, что нам была предоставлена возможность именно в нашем городе организовать такое мероприятие, как «Латвишу каравирс лайкмету грежес». Благодаря этому мы поверили в свои силы, мы почувствовали поддержку со стороны старшего поколения, и это все дает нам силы идти вперед, дальше, чтобы добиться наиболее лучших результатов. Я еще раз хочу подтвердить, наша молодежь фантастически способна, фантастически любознательна, и она готова к выполнению даже самых сложных задач. Находясь в Даугавпилсе, мы в очередной раз убедились в том, что мы должны быть едины в своих целях на благо создания единой Латвии. В свою очередь, первый заместитель городской думы Янис Дукшинский отметил, что проведение таких мероприятий вселяет уверенность в завтрашнем дне и помогает выбрать нам правильный путь, который не ведет в никуда. Приближаются наши государственные праздники и те мероприятия, когда мы говорим о независимости своей страны, о достижениях, о патриотизме. Это очень поднимает нашу общую такую, можно сказать, цель движения вперед. Разные исторические периоды были в нашем городе. И в 1920 году, когда знаменитый генерал, который служил в нашей крепости Янис Балодис, встречался главнокомандующим польской армии, генералом Пилсудским, которые тоже очень лично знакомые, он сказал ему, что Даугавпилс не может быть без Латгалии, так же самое, как Латгалия не может быть без Латвии. Поэтому в эти дни мы должны быть едины, вместе, со всей страной.